Сегодня, 19 декабря 2019 года, произошло сразу две аварии с участием школьных автобусов. Первая произошла в Ивановской области, где на момент аварии в автобусе находилось 10 детей. Вторая в Ростовской, где детей было 12 человек. К счастью, ни один ребенок не пострадал. С ними работают психологи. Теперь подробнее о происшествии. В Ивановской области, Комсомольского района, неподалеку деревни Селезенево, водитель школьного автобуса не справился с управлением. Съехал в кювет и положил автобус на один бок. Водитель автобуса говорит, что двигался он по маршруту из деревни Бутово в деревню Сидельницы. Во время движения автобус резко занесло и развернуло на 180 градусов, после чего выбросило в кювет, где и произошло опрокидывание. Известно, что в автобусе находились 10 школьников, никто из них не пострадал. Травмы получила только женщина, которая сопровождала ребят. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту ДТП, а также выясняют все причины и обстоятельства случившегося. Вторая более страшная авария произошла в Усть-Донецком районе Ростовской области. 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на полосу для встречного движения и столкнулся со школьным автобусом, в котором находились 12 несовершеннолетних детей. От полученных травм водитель десятки погиб на месте. В автомобиле с ним был 24-летний пассажир. Его доставили в больницу с очень тяжелыми травмами. Из людей, находящихся в автобусе, никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Это пока все, что известно о данном ДТП. Берегите себя и своих близких. Кому интересно, какие еще аварии произошли за сегодняшний день, смотрите далее. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и только радостных событий. Всем пока.